курят. А вы будете подпевать? Я не знаю. Грандиозным флешмобом хоров, танцевальных коллективов и муниципального духового оркестра начались дни празднования Дня города в Оренбурге. На улице Советской, где состоялось это необычное для Оренбурга мероприятие, собралось более 1000 участников. Это учащиеся различных образовательных учреждений, хоровые коллективы города, среди которых центральное место занял муниципальный камерный хор, а также Оренбургский муниципальный духовой оркестр. Я думаю, что вот душевно грандиозное должно быть шоу, когда в одном порыве сольются, наверное, сердца наших горожан, сердца наших юных горожан и взрослых, которые будут исполнять песни, тем самым утверждая, что сегодня Оренбург живет счастливой, полноценной жизнью. И дай бог, чтобы это было еще долгие-долгие годы. Здесь через несколько минут состоится великолепный праздник, который готовили огромное количество хоровых и танцевальных коллективов нашего города. Готовили с любовью, готовили с радостью, репетировали. И мы уверены, что этот сюрприз, который мы все с нетерпением ждем, понравится нашим горожанам, придаст ощущение радости и начало празднеств, посвященных Дню города. Собравшиеся на площади коллективы исполнили 14 вокальных и танцевальных номеров, посвященных городу Оренбургу, победе в Великой Отечественной войне и просто любимой композиции горожан. Как выбирали репертуар? Вот так и выбирали. Что для счастья, что для любви, что для жизни, что для поднятия настроения. Сегодня торжество хорового искусства, которое объединяет народы, миры. И объединяет это тоже во имя мира, во имя чистого неба и во имя нашей будущей счастливой жизни. Сегодня будут танцы, и наши хореографы постарались срежиссировать все эти постановки. Поэтому я думаю, что будет очень интересно и, как это сейчас новое слово, смотрибельно. Мы не впервые уже на этом мероприятии. У нас третий флешмоб, и он все больше развивается, набирает обороты, добавляются новые жанры искусства. Если у нас первые флешмобы были чисто хоровые, следующий был уже с оркестром, этот с крупной танцевальной группой, то есть свыше 300 человек артистов, танцоров. Среди зрителей на мероприятии присутствовал и глава администрации города Оренбурга Евгений Арапов. Дорогие и любимые оренбуржцы, я благодарю всех, кто пришел сегодня на эту площадь. Но отдельно я говорю огромное спасибо всем, кто стоял и пел вместе. Мы тоже с вами пели, но главное были вы.